Всем привет, с вами я, СМЗ. Это спецрубрика «Чемпионат мира по футболу 2018 года в России, город Москва». Мундиаль продолжается. В Москве есть еще объекты, посвященные чемпионату мира по футболу. Итак, на Красной площади открылся парк футбола. Парк футбола расположился перед зданием ГУМа. На достаточно приличной площади возле Кремля и возле храма Василия Блаженного. Народу, конечно, много, но это легко объяснимо. Граждан России много. Много иностранцев приехали из различных стран, даже из-за океана. В общем, все погружены в футбольный праздник. Прямо при входе находится как бы небольшое футбольное поле. Здесь проводятся фанатские матчи. Накануне я еще здесь был и проводились такие матчи. Вот здесь настольный теннис, но это своего рода по-другому это тэгбол. Это тот же самый теннис, только теннис в футбольном варианте. То есть головой, грудью, ногами и так далее. Но принцип тот же самый, что и в настольном теннисе. А вот в этом быстропасе это заключается в том, чтобы игрок за определенное количество времени должен сделать как можно больше пасов своему напарнику по команде. Макс, помнишь, да, что сильно не надо? Чуточкой прицельно бьешь и все, подрабатываешь. Вот, сильно не надо. А вот еще одно футбольное поле. Ну, здесь как бы для маленьких или детей. Они представляются как настоящими профессиональными футболистами, тренируются, оттачивают свои навыки и готовятся к различным матчам.
А вот в бомбардире нужно, как профессиональный игрок, забить мяч в ворота. В девятку, в десятку, в дальний, в ближний угол и так далее. Хотя бы нижний. О, гол! О, гол! Здесь еще имеется павильон «Зима», но это так, скорее всего, для таких любителей экстремальных ощущений. Я хотя и тоже так экстремал, но там народу много, поэтому не стану. А просто для показа, что в парке футбола имеется павильон «Винтер», «Зима». Но и это еще не все. В парке футбола расположен настольный футбол. Это самая распространенная настольная игра, связанная с футболом. Помимо здесь настольного футбола, здесь имеется робот-вратарь для маленьких. А есть робот-вратарь для взрослых. В общем, парк футбола — это и есть футбольный праздник. Он ничем не хуже, что происходит на стадионах. Итак, остался посмотреть павильон, который находится в самом центре парка футбола. Thank you.
Мы в этом павильоне, главное, это кубок чемпионата мира. Красивый. Ну, в общем, здесь парк футбола. Это еще один футбольный праздник. Итак, парк футбола здесь будет до конца чемпионата мира на Красной площади. Это была спецрубрика «Чемпионат мира по футболу 2018 года в России, город Москва». За ходом событий следил с вами я, Сенсей. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрели. Пока!